день. Сейчас расскажу про шпалер. Ну, то есть тебе здесь у нас нету ни малины, ничего. Там многие спрашивают, где ваша малина. Пока шпалера будет ставиться для... Ой. Для просто сушки белья. Потом, когда будет малина, подвяжем малину. Значит, здесь 6 метров, 6 прогонов и 4 рогатины. Если какой-то нестандартный размер, там 3,5 или еще что-нибудь, просто изготавливаем прогоны под заказ. И получается размер, какой нужен. Закрепляется сейчас кувалда, уровень, шуруповерт вбитый на 8, саморезы, кровля. Отверстия все просверлены. И все это сейчас вбивать надо в почву с помощью кувалды и уровнем выравнивать. Потом натягивается троса, дальше покажем результаты. Итак, расставляем рогатины и по низу прогонами замеряем, выставляем, какое надо от чего-то расстояние, прибиваем, потом первую вбили и пошли вторую, делаем отметочки по уровню, видите, вот забил, закручиваем первые прогоны, потом следующий также вбиваем, вбиваем и закручиваем прогоны, ничего сложного нет. Ну и соответственно берем уровень, например, ставим и проверяем. Вот видите, надо немножечко подбить вот эту вот рогатину. Сейчас что я и сделаю. Следующий этап, когда все это закручу, обобью, выровняю, будет натяжение торсов. Это в следующем продолжении. Забивается с помощью кувалды, досочек. Вот сюда наставляете и забиваете. Следующий этап, значит, мы собрали ее, забили, выровняли, верхние прогоны скрутили с помощью шуруповерта биты на 8 и самореза кровельного. Следующий этап, когда отправляется куда-нибудь там транспортировка и так далее, монтаж, происходит, бывает вот такое. То есть вот такие скольчики, видите. Для этого мы ложим или порошок, который им красим, для его того, чтобы разбавить вот свой, или вот такой баллончик. И потихонечку вот так вот подкрашиваем. Это все оцинкованная труба, но чтобы было все красиво, надо сделать красиво, как говорится. Потому что от этого невозможно избавиться, сами понимаете. Если упаковывать ее там, даже отправляя в регионы, мы ее упаковываем, стричь пленку в картон. Но даже транспортники бывает кидают и так далее. И получаются вот такие скольчики большие. Этап — это натяжение тросов. Можете установить их сколько угодно. Тут натянул. Раз, два, три, четыре. Раз для белья. Смотрите, все подготавливается. Вот идет такое кольцо с гаечкой с двух сторон. Гайку сюда докручиваете, делаете красиво на краешек. Следующий этап, значит, подготавливаете вот такие зажимчики. Сейчас покажу. Это у нас зажим М. М5, кажется, или М6, М5. Вот. Товары готовите, раскручиваете, видите, вот так вот. Трос 3х4 у нас идет мощный, толстый. И вот такое натяжение получается. Натянул уже, зажим. И с другой стороны продеваете через отверстие и натягиваете трос. Все просто и легко. Сейчас вот их натяну еще раз, два, три штуки. А так можно сколько угодно отверстий на сверху. Шпалера готова. Значит, коротко расскажем. Ширина поверху 1 метр, высота 2,10 и общая. То есть забито здесь 40 сантиметров, наверное, в почву. Забивается в почву, можете забетонировать, без разницы, как хотите. Мы в основном забиваем, потому что нагрузки она никакой не несет практически. Только вид декоративный и что хотите прятать. Состоит из рогатины, прогонов верхних из 20 на 20, собирается плюс саморезы, кровля и натягиваются вот такие тросы. Троса 3х4 в ПВХ, с одной стороны зажим, кольцо, с другой стороны идем кольцо, талреп, зажим, которым натягиваем. Все, тросов можете натянуть хоть сколько. Это шпалера чистая, будет сушилка для белья. Может быть, когда-нибудь здесь высадим малину, будет под малину.
Кому понравилось данное видео, шпалера, ставьте палец кверху, подписывайтесь, пишите комментарии. В общем, признавайтесь нам в любви и заказывайте наши самые крутые шпалеры, которые есть в России. Оцинкованная труба плюс полимерно-порошковая покраска. Ну и качество изготовления. Еще раз всем хорошего дня. Подписывайтесь на нас. Всем пока.